Сразу будут приняты меры для того, чтобы восстановить мобильную связь. А причина может быть только одна. Что-то случилось с базовой станцией, с одной или с двумя или с тремя в этом районе. И поэтому связь дала сбои. Соответственно, быстро приедет машина или зарядит все аккумуляторы, или поставит переносной генератор бензиновый.